Гейл ХФМ. Погнали. Давай, Алёх. Дайте мне эльфов. Дайте мне эльфов. О, великий рандом. Лолите, Перла, сколько финалов? Хуманы, все равно неплохо. Хорошо. Где здесь барак можно поставить? Ладно, разберусь. Недостаточно. Слушаюсь, милорд. Так. Да, ваш свет, я готов. Опять за работу. Хорошо. Ну я пошел. Да? Таким пингом мышка еще больше лагает. Я готов. Ну ладно. Я с стандартного крипинга начну, не пойду на экспанд, потому что здесь рискованно экспанд ставить сразу. С тебя разведка получается, шарит контроль получается, и... Ну, как-то так. Я по умолчанию в рифлов пока иду, вот без другой разведки. Вот сейчас бы поменяться, да? Да, было бы неплохо. Ну ничего. Что дали, то дали. Да. Дело сделано. Не переживаем. Ну. Я готов. Да? Я могу тебе деньгами спокойно, если нычку поставлю, снабжать. Что указание? Ну тут надо будет мерков зачистить. Дело сделано. Так, а где они? Да, вижу. Да, ваше высочество. Один. Недостаточно ваша слава. Что указание? Опять за работу. Приказывайте. Да? Опять за работу. Я готов. Что указание? Жду приказа. Приказывайте. Второй. Ваша слава. Главное, чтобы лалает не эльф, так будет попроще. Отлично. Панда крипится. У меня фаерлорд. Я пойду сразу через крипинг на экспанд. Хотя, блин, здесь этот. Жду приказа. Нужно больше ферм. Да, я ставлю нычку. Точно. Чего? Хорошо. Я горю. Да, ваш свет. Говори. Возьму. Я пойду контролить, наверное, нычку этого. Андеда. Я горю. Да? Да, ваш свет. Жди. Жду приказа. Одно ваше слово. Я готов. В атаку! Чего? Я приказывайте. Паладин Андеда. Хорошо. Ну, в 2 на 2 это, конечно, к сожалению, не так хорошо. Да? Жди. Я его пока подержу. Я готов. Да, ваш свет. Я пойду, наверное, к орку. Не, могу к андеду, я тоже к тебе пойду. Все нормально. Нам нужно что-то делать. Но тогда совместное после... Не может выйти. Ладно, хорошо, побежал к орку. Чего? Я пошел. Я горю. Главное сейчас контролем, чтобы экспандов не было. Окей, могу попробовать сразу ее поймать на экспанде. Орк бежит к нему, я к орку пошел. А, он прокрипил эксп. Не, не прокрипил. Не прокрипил, он пытался, но не получилось. Да, я тут... Они сейчас, короче, к себе, я спокойно ставлю базу и хорошо орка. Да, я тут вообще отлично. Если лес есть, возьму деф, сделаю. Верну. Лолита, это, печали. Сейчас ему орк помогать будет. У орка беда тоже пока что по понятным причинам. Одно ваше слово. Да, ваш светлый. Недостаточно золота. Недостаточно маны. Блин, а сколько? 150, да? До указаний. Я горю. Не нельзя пить пока. Я готов.
не жалите, идет полный. Слёрк не придет, я сейчас. Орк у меня, но у него все равно проблема. Панда, правда, третья. Может, и не все. Ладно, хорошо. Я его буду просто пытаться разводить. Такое себе. Приказывайте. Улучшение завершено. Ну, лавлиет помирает. Этот тоже. Говори. Жди. Я готов. Да, ваше высочество. Могу тебе дать бабла. Да делается. Не будет уже так помирать. Я освещу. Деньги могу тебе присылать. Угу. Еще в большом количестве. Если надо. Если надо. Ну, в каком количестве я приму? Пойдем вместе куда-нибудь сходим. Я орка добиваю. А, все хорошо. У него там ни продакшн, ни хренашина. Ну, лавлиет явно не поможет ему особо. Там, ну, тогда будем надеяться на... Приказывайте. Я горю. До указаний. Так, второй не был. Я к тебе через портал. Сзади подхожу, панду сейчас убью. Панда сейчас удивится сильно. Молодец, чётенько. Молодец. Он к Лалисе стелепортировался. Армия остается, смотри. А, зачем, интересно? Бро, пойдем, наверное, убивать. Тебя могу подлечиться, мне фаерлорд такой не хочет телепорт. Если... Блин, здесь паладин, к сожалению. Да, вижу. Не обязательно здесь сражаться, я, пожалуй, пойду. Мне надо. А то я дома не был уже минут с 5. Но я в медведей выхожу. Переход по Камасову строю. Бою готов? Нам надо покрепиться, мне надо экспанд подставить. Закрепить. Я освещу путь. Можно лагерь наемников крепануть, я тогда смогу реализовать баблом. Давай сюда. Реализовать их мне. Да, могу. Если ты можешь. Говори. В любом случае, давай сюда. Я говорю. Так, из хороших тут снейр я возьму. Улучшение завершено. Следующий сразу выйдешь. Все, пошли мой экспанд. Пойдем. Ну или я сам могу. Можешь. Без ТП главное не ходим. Сейчас я куплю. Шел назад я. Ко мне. Угу. Я от одного отобьюсь. А нет, там двое. Бабла принять, сейчас приду к тебе. Только не сливайся. Да, я понял. Янычка страдает, между прочим. Иду. Сейчас. Не могу просто пока не докрепим. Я подхожу. Панда там четвертая, к сожалению. Дерево есть? Дерево, да. Куда стрелять? Иду. Мы яблочко. Делаем. Я горю. Я готов. Я
Я не ухожу из лимита 50, остальное все буду тебе отправлять, понял? Исследование завершено. Давай. Пипец решил. Да. Ходим тогда. Магазину хотя бы. Регенчик, дай, пожалуйста. Блин, свитки нужны. Может, брейкеров? Мне кажется, брейкеры хорошо здесь зайдут. Потому что свитки просто хорошо зайдут. Мне очень нужны свитки. Магазин у нас слева будет, но там он не закреплен, к сожалению. Деньги, 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 держи, трать. Не хочу выходить из лимита. Ай! Блин, два рифла минус. Панда, панда, панда. Ладно, отходим. Пошли за скролами. Братник, да. Дело сделано. Брейкеров? Как думаешь дальше? Или не стоит мне из 50 вообще? Закупись хорошенько. Да, это пригодится. Жезл ветров, сам контроль. Я могу продать на самом деле. Нет, ладно, давай. Держи. Я возьму телепорт и возьму... Реплейниш, вон свиток один взял. А реджуф никак? Я бы реген взял тогда. Дома. Однычку проверить у них. Вполне вероятно, что... Блин, у меня еще база, оказывается, не работает на полную. Трындец. Так, Дредлорд вторым героем. Слип или сварм? Я думаю... Сварм. А может, вампиризм вообще надо было брать? От твоих медведей. Давай, крепимся дальше. Окей. Я готов. Что прикажешь? Что тебе нужно? Смертное создание. Мерку чекать. Нету базы у Лолиты. У орка база работает. Давай, 4 свитка по-хорошему надо. Сверху панда подходит, пятую уже. Ее фокусить смысла нет. Что на этот? Что паладин. Только если как-то очень резко. Там сзади еще лалает. Давай, наверное... А, лалает идет к нам, да? Давай на орка, видимо. На орковские экспы, на орковский мейн забиваем. На меня. У тебя база работает, проще раз... Создание. Понял? Ладно, давай этого заберем. Нет, панда, давай. Панда, панда. Да, блин. Так. Ну хорошо, разменяли, учитывая, что у нас чуть больше баз. Сейчас на орку пойдем, надо заставлять Лоли телепортироваться. Вампиризм есть. Да, конечно. Забивай на меня, идем на орка. Просто продажа по полной программе. Сейчас, может, мы тут еще немножко по... Нет, не... Да, беги. Да-да-да.
Норк пытается за вышками, да. Да, они трейдиться пытаются. Я, наверное, отобьюсь. Угу. Пан свой отобью. Вернуть. А как мне? Ну, ты пока добивай. Тебе... Орк телепортируется. Он слабенький, да. А вот этот второй. Я к тебе. Тогда, да. Я пойду экспанс чекну. Я экспанс сохранился, так что все нормально. Мейн у меня тоже жив, но странно, конечно, жив. Экспант я отменяю, ловите. Тебе нужна моя помощь. Надо только чекать все остальные. Окей, я проверю 12 часов. Хотя там опасно, не хочу выходить пока. Ты не ходи пока туда. Да. Ну, с лепёшком. Внизу никого. Не так быстро. Как всегда, эльфам приходится всех. Лес есть? Лес, да. Чего много, так это леса. Что на этот раз? А нету. Я готов сражаться за тебя. Ну. Окей. У меня орк. Ну, если ты настаиваешь... Орка очень мало. Тебе нужна моя помощь. Могу арка снести окончательно. Да, давай. Меня-то ты уже точно не спасешь тут. А что там лолиты мало, я могу. Орк к тебе отступает. Я к тебе подхожу. Я тебя, короче, спасу все-таки. Чего попросишь? Окей. Недостаточно зуба. Ну я пошел. Орка я гоняю, пока могу. Что прикажешь? Не так быстро. Да будет пара. Приветствую. Пойду к орку на мейн. Молодец. В чем проблема? Добычу орка надо. Ставь еще третью базу, если будет возможность. Тебе нужна моя помощь. Да, тут все, бебе. Он стопешился, но он потерял демона. Он стопешился не к орку. Орка добычи нет, считай. Спандов нет, ну все, короче. Не расслабляйся. Ролем, да. Приветствую. Мертв продолжаю ступать. Ладно, он идет, смотри. А, да, давай. У меня телепорта просто нет, давай попробуем. Все, можно героя фокусить дальше. Что тебе нужно? Смертное создание. Я голоден. Да, сэр. Приветствую. Что прикажешь? Что на этот раз? Давай панду подрежем. Давай. У нее есть телепорт. Давай! Ну! Ай. Я корку. ГГГГ! Да! Леха! Леха! Я воль. Мой. Красава просто. Красава. Двух корейчиков просто. Одного из них топового тарщика. Ай, просто молодца. О, что-то я забыл про него. Да, не красавая. Так, хорошо. ГГ до восклицательных знака. Нет, давай ГГ один восклицательный знак будет игра. Ну, тут пропёрло с эльфами, будем честны. Ну, мне б так. И чтобы им не так. Ну и начало было просто убийственное. Ставим базу, ты одного задачиваешь, как тебе второй, я еще второго на халяву убиваю. И не смогли объединиться, поэтому паладина там я, конечно, утюжил. Прям. Да, бутри, друзья, бутри. Там полная жесть была.
Он вообще отбился только потому, что Т2 дегрейдился, там уже тяжело было. Да, я про дальность. Я всегда делаю дальность, но здесь меня пушили, игра нестандартная. Точнее, не пушили, я сам озадачивался. На самом деле, паладин был бы норм, если бы не второй орк. Просто орку очень тяжело тоже начинать. Из-за этого они не смогли встретиться. Так-то паладин, ну, по игре-то он очень хорош был, потому что он может лечить героев. Особенно паладин плюс ДХ, это вообще психованная связка. Ваш канал на 100 рублей. Но начало, конечно же. ГГ, два восклицательных знака. Так, Тим. КД ор ЮТ. КД ор ЮТ. Убирай. КД довольно стандартная. Подожди, сейчас посмотрим. Слушай, а где у нас там... Ладно, давай КД какой-нибудь. Осталось только найти ее. Называется ваша команда. Хотя Ингут Гейма плюс один. Угу. Друзья, как называется карта КД? Ну, в смысле, любое слово из... Калдрасил. Оно? Превьюшки нет. А ДВ... Это какая ДВ? ДВ, два восклицательных? А, КД, ЮТ. Блин. Сложно, да. О, давай лучше вот эту вот штуку. И ставить Russia... Какой там? Central East? Что там было в прошлый раз? Russia... Помнишь? Нет. Central 2? Нет. Russia Central? Нет. Russia East? Нет, там не Central было. Russia East. Тут он, наверное, да. Валайзер. Untoxic Twister? Тут экспанд, походу, не поставить. Или хз. Да нет, вроде можно. Я сейчас на первый раз эту карту вижу, так что будем отталкиваться. Вот, давай. Дайте Майкеру эльфа. Да, пожалуйста. Я на все согласен, но дайте эльфа. Пожалуйста. О, великий рандом, я прошу тебя. Есть эльф! А эльф! Ну, главное, чтобы сейчас ему не было эльфа и все. Анды этого Лехи! Тихо, не радуйся раньше времени, Лёша, соберись. Так, что там по точкам? Экспанд давай здесь вот ставим, да? Да, конечно. Получается. Даже я понятно, когда барак ставить. Я ставил экспанд ещё, когда это не было мейнстримом. Короче, я буду магазин рядышком крипить с бараком. И в любом случае буду рядом с тобой под крипинг. Ферштейн? Да. Не поверишь, но Палыч мехпаника в данном случае будет неплох. Если живой герой будет, то Миша. Причем магазин мы будем с тобой крипить вместе после того, как поставишь экспанд. После этого, соответственно, там хорошие нейтралы просто на магазине, только сейчас увидел. Но с бараком мы очень просто справимся. Я сделал разведку. Все в порядке. Причем всю разведку сделаю. Дальше мне что, один барак хантрески или Т2 шится? Или по ситуации от раз вражеских? Хантрески вообще нафиг не сдались. Угу. Арчей немножко сделай на начало, а там посмотрим. Где у нас тут мерки? А, вот между нами тоже. Надо будет. Так, у меня Undead, Алилуна, который идет ориентировочно ставить сюда базу. Я, возможно, побегу сразу харасить, потому что близко очень получается. И он Undead, да, и Виспа я оставляю у него. А Лолиту проверю по поводу расы. Надеюсь, что не эльф. Пока строю арчи. Хуман, Лолита Хуман. Хорошо. Бежит тоже в сторону, как будто помогать своему другу ставить... ставить они будут базу. Просто ставить. Хуман будет ставить для себя. Маунтин Кинг есть. Еще не видел меня. Думаешь? Нужно да, уверен. Я готов. Укажи мне наши путь. Чем бы я побежал тогда харасить. Давай. Сейчас Маунтин Кингом я могу подрезать. Виспов не забудь. Виспы два там стоят. Нужно уже, все нормально. Аккуратнее, посмотри, что там за герой, и если что, бэкайся.
если там... Там ДХ. Блин, там ДХ. Форсер, нифига. Хороший герой. Ладно, я пробежался зря. С Димкой я ничего сделать сейчас не могу. Убеждаюсь в том, что крипится, ставит эксп. Крипится. Undead ставит эксп, не Human ставит эксп. Я думаю, что надо хантресок мне играть. Сори. Давай. Так, помогай. Да, я здесь. А, у тебя форсир, я думаю, там, там форсир. И чуть-чуть золота, если есть. Да. После этого сразу идем на магазин тогда. Я прям выкапываю барак. И побежали. Давай. Го. Тут блейд был, ты не видел? А, нет, не видел, я уже в другом месте был. Просветку сейчас возьму. А, бегут уже. Давай, тогда ладно. Грамотный нужен будет от тебя. Кого? А, в Димку? Так кто первый подойдет? Окей, посмотрим сейчас. Бульку давай, пока... Нет, не блейд, надо. Блейд снизу, в него нужно молоток. У него нет маны. Давай. Да, пошел, молоток. Кто еще не видел меня в бою? Выступаю немедленно. Чем бы заняться? А зачем лалает? Давай верхнего. Кидай молоток. Давай. Железно. Расступись. Выступаю немедленно. Двойку. Кто еще не видел меня в бою? Ни слова больше. Варианты? А, шоп, идем крипить. А, окей. Да. Чем бы заняться? Да. Уже без этого. Без барака сейчас будем делать это. Укажи мне. Чем бы заняться? Антрес просто хорошо по дымку, понимаешь? У меня игули есть. Взял ботиночки под хантресок. Ну я... Отменили, но сейчас ТП минус будет. Хорошо. Надо бы к ним сходить. Я готов. Восстановлю манку. Ну, армия уже идет, как бы. А давай мерков зачистим сначала. Контроль. Пожалуйста. А ты мне контроль тоже дашь? А я думал, что есть тебе он. Виспы нужны. Виспы с собой ты имеешь в виду? Я возьму. Ага. Третий бы здесь взять тоже мне чуть-чуть осталось. Ну и тебе третий нужен, блин. Надо еще одну точку по дороге собрать будет. Пойдем. Пойдем через лагерь наемников второй. Да, здесь можно. Волочки будут? Так, что у нас здесь есть? Сверху Undead. Раненый. Хиллер есть. Балтемку. Не успел. Не успел. Это Дима битый. Дима, подошел. Удар. А, ну просто берем. Сейчас Димка будет этот. Отдастся, скорее всего, на этом. Не отдался. Да. Диму не подпускаю, как подойдет, сразу будет этот болт. Болт полетел. Ну, болт полетел. Покуснуть. Чайник. Добью. Пристыжен. Убил. Не отвлекаемся от экспанда. Вышки.
Есть молоток один, правда, только. Более подходит сзади. Вижу. Минус вся калита. Я думаю, что здесь пока я нормально размениваюсь. Вышка минус. Че по наемникам там? Я все, короче, под... У тебя хиллер там есть. Я хиллера тебе купил. Могу кинуть болт в этого, блейдмастера, как будешь готов. Контроль там. Все, что есть. Ну давай, блин. Закупаю там наемников. Магазин сзади готов. Блин, у меня тут Mountain King немножко не... Но они очень много потеряли. Давай чуть к магазину перегруппируемся. А у тебя Т1? Да, у меня Т1. Извините, я в Mass Hunter сыграю. Сейчас у меня Т1. Дальше надо давить. Давай, да, да. Блин. Дима, сзади. Молоток кидаю. Красиво. Сверху надо блок сделать. Не, он умрет. Пятый МК. Хорошо, давай. Отходи. Маны нет пока. Там вышки доделываются. Что делать? Давай, идем. Блейд. Блейд. Блин. Не достал. Надо отступить. Деньги могу тебе скинуть. Делаю это два. Танки не отступили. Попей, колодец. Николь, колодец. Нету маны, да? Ну, скоро будет через 5 секунд. Но надо что-то с рифла кастерами делать. Ну, все, отходим. Пока. Сдаем. Ладно. Я в Т2, Т3, получается. Можем еще одну базу попробовать. Надо вот эту базу чекнуть на всякий случай. Блин, а крепиться нам нет смысла, получается. Я до магазина, до дома, чтобы ману восстановить, но... Че, мне пятый нужен. Окей. Я пойду, закреплю еще экспант. Я, пожалуй, пойду поставлю тоже эксп. Но, правда, непонятно где. Видимо, у этого. У Undead надо ставить его. Вроде себе можем позволить. Мерками займись, а то у тебя пока армии не будет какое-то время. Адекватный. Так, тут Демон Хантер. Второй у меня. Выступаю немедленно. Стою на страже. Дорогу! Раступись! Чем бы заняться? Ставлю базу рядом с Андедом. Он это видит, но вряд ли сам что-то сможет сделать. Не схожу. Огра взял хорошего с командаура и с вейвом. Береги его. Кто еще не видел меня в бою? Дорогу! Железно! Железно! Так, ну... Я пока не знаю, что делать. Мне нужна координация, если честно. Лес могу тебе скинуть в большом количестве. Я пока займись. А, ну, все. Ты занялся, я понял. Да? Поразводить можно, только без ТП не ходи. Я с ТП, все ок. Я сейчас начну волками харасить. Кто еще не видел меня в бою? Дорогу! Раступись! Улучшение завершено. Ну что, не встали? Я вся внимание. Кто еще не видел меня в бою? Чем бы заняться? Нечем воевать. Выступаю немедленно. Железно. Недостаточно маны. Раступись. Базе союзника нужна подкрепление. У тебя шок. Ну все. Чем бы заняться? Я поделась отомстить. Зашибу. Выступаю немедленно. Тимак, дорогой. Кто еще не видел меня в бою? Да. Смотри.
А, нет. Теряла все-таки этого. Лала, это его спас. Сейчас пойдут, скорее всего, на мой эксп. Да, у меня лалает у меня. Ну, на экспанде все пока норм. Я пойду тогда к Хуману сбегу. Давай, размениваться надо, как там? Да, пока. Кайтим, байтим. У тебя этот гулин у меня на базе стоит. Выступаю немедленно. Железно. Я не могу. Что дальше делать? Медведи, дриады, МГ, что? Да, и на мерках. Железно. Концентрируйся. Да. Концентрироваться на мерках. Что у нас там есть хорошее? Крабик, дракончик, ближний. КЗ, чё? Бьорн. Ничего нет пока что. Да, второго героя было брать 100 лет назад. А я думал, у тебя Дима. Здание готово. Понял. Так, что мне, дряд делать? Или медведи, или МГ? Медведи, что у тебя? Рыка. И МГ можно, да. Потихонечку. Кто еще не видел меня в бою? А, ко мне идут, кажется. Мне нужно ДТ-3 дожить. Здание готово. Подразведешь еще разок, если есть чем. А, что еще раз делать? Подразведи кого-нибудь. Для этого телепорт нужен. Телепорта нет. Сейчас возвращаюсь. Да, попробую сейчас забежать к эльф. Еще какое-то время нужно. Паладин у меня. МК паладин. Улучшение завершено, медведи скоро будут. Я пройду сейчас через... Блин, они крепятся, к сожалению. Undead пытается базу поставить. Он не отменяет Nexus, блин. Прикинь, строящийся. Медведи почти готовы. Бинды сбились. А бомбы там. Телепорт пошел. Телепортируется Лалайт. Блин. Скажешь, когда у тебя армия будет норм? Готова? Можно будет... Ну... Можно повоевать, у меня 42 лимита медведи есть. Маловато будет. Ну, с одной базы как получается. Тем более они сами сейчас на нас пойдут. Блин, бинты сбиваются, все криво. Так, а мне идет этот Лолита. Я готов драться. Готов? Да, готов. Пэшись тогда. Да не, зачем ты пэшишься? Ты рядышком здесь. Алло. Нет, мы с разных сторон будем. А так с одной. Погнали. Есть чем достанет там? Конечно, да. А бомбу уже подрезал. Паладина нюкнули, мне не заметил. МК там. Блайда кидаю. Блин, хорошо он. Кого нюкнуть? Демон Хантера могут спануть, попробовать. Демон Хантер сейчас будет фокус. Еще будет сейчас молоток. Блейда можно? Нет. Кого? Лича, кого убирай? Абома, ладно, хрен с ним. Я никого не потерял.
кроме паладина. Паладин вернулся. Продолжаем. Блин, не хватает этого только. Блин. Кого? Блейд. Блин, он так уходит хорошо. Дракона от контроль. Да, я ставлю свой на натуралю андеда. Так, нам нужен шоп. Чем бы заняться? Вот, Мануэла под боком у меня, иди ко мне, чё ты? Как мне нанести удар? Лес есть у тебя? Нет, вот с лесом вообще голяк, я дозаказываю виспов. Конечно. Чем бы заняться? Почти 6 МК. Что делать с... Так, ладно, базы ставим. У тебя тоже ставится база. Окей. Куда? Я на андеда развлекаю пока. Я не сплю. Я не сплю. Не видел меня в бою. Мое сердце жаждет битвы. А мне телепорта нет, это плохо. А, да, подходит еще этот. Ошибка. Блин, я накосячил. Какой же кривой там. Выхожу влево. Меня будет какое-то время еще преследовать. Без телепорта, как дебила, кусок. Выступаю немедленно. Кто еще не видел меня в бою? Пытаюсь тут отвлечь. Чем бы заняться? Ну, я для телепорта иду. И домой. А, выкупил все телепорты. Неплохо. Я пока экспанды убиваем. Да, да, да. Я финдов своих забыл парочку. Ну, ты фактически сейчас против Лала это играешь. Я тут ничего не делаю, кроме отдачи и андеда как-то. Так что, держись. Еще не видел меня в бою. Чуть бы дерево. Слушаю тебя. Вот это все, что есть. Не поверишь. Недостаточно золота. Все, давай, собираемся. Идем драться. У нас мало времени. Кто еще не видел меня в бою? Как мне нанести удар? Чем бы заняться? Я здесь выкуплю всякие. Чем бы заняться? Мне неведом страх. Не отходи далеко от меня. Я видел меня в бою. Пробудился. Дорогу! Здесь уже лалает. Сейчас вступаешь. Слушаю тебя. Выступаю немедленно. Inner Fire, надо брать виспов. Беру виспов. Даю. Рёвы там, давай. Дима. У меня скралы есть, что есть. Этого Блейда. Да. Блин, Дима там еще. Чем бы заняться? Отходим, подлечимся. Окей. Дорогу! Мое сердце жаждет битвы. Ты потерял что-нибудь? Да, дофига потерял, но ничего страшного. Понял.
У меня 4 базы. Расступись! Выступаю немедленно! Так, главное, я героев не потерял. Мне неведом страх. Кто еще не видел меня в бою? Кто еще не видел меня в бою? Чем бы заняться? Я пойду снова вот эту вот базу ориентировочно отметить. Вот по-хорошему нужно это посмотреть. Мне кажется, там у них есть база. Это взять, да. Чем бы заняться? Да. Слушаю тебя. Кто еще не видел меня в бою? Наши войны. Как у тебя Блейд харасит? Да, там еще андедовская база стоит здесь. Защищенные более-менее. Только без ТП не ходи, Михаил. Да, у меня есть ТП, все в порядке. Кто еще не видел меня в бою? Базе союзника нужна помощь. Мне неведом страх. Дорогу. Мое сердце жаждет битвы. Кто еще не видел меня в бою? Слушаю тебя. Чем бы заняться? Да? Ну что? Наша священная роща свернена. Так, он дает ко мне, но я пока на его экс побежу. Хорошо, меня пока сдавай. Чем бы заняться? Мне неведом страх, а? Зачем сдавать, я его сейчас бахну. Чем бы заняться? Наша священная роща осквернена. Кто еще не видел меня в бою? Кто еще не видел меня в бою? Мое сердце жаждет битвы. Базе союзника нужна помощь. Так, я ТП-шусь назад, отбиваюсь. Хорошо. Я восстанавливаюсь, убил андедовскую базу, соответственно. И свою ставлю и там, и скорее всего тут. Ульта откатилась, Палыч третий. Не рискуй. Я пытаюсь голем. Могу присоединиться. Могу прямо сейчас упасть на него. Давай. Блейд справа, не важно. Но он подрассыпался в конце. Да, я тоже подрассыпался. Понял. Блин, дракон десятый. Ё-моё. Да, мерки нужны. Так, мне надо. Кто еще не видел меня в бою? Чем бы заняться? Голов не хватило. Сейчас я восстановлюсь. Да. Раступись. Слушаю тебя. Сказал. Чем бы заняться? Кто еще не видел? Так, андед идет, гульку. Чем бы заняться? Нормально. Я люблю природу. Антиэр у тебя будет или мне делать? Какой-то будет. Мне очень надо отхилиться. Ну, ко мне рядышком все есть. Блейд бегает, хрен знает какого левела. Ну, я пойду снова на этого, на эльфа, ой, в смысле на андеда базу отменять. Пытаться, но я с телепортом. Так, здесь они. Здесь они, здесь они, здесь они, здесь они. Наш рудник почти. Undead. Да ладно, okay. Undead. И мне экспанк отменяют, к сожалению. Железно. Чем бы заняться? Выступаю немедленно. Раступись. Дорогу. Нагу, наверное. А, уже поздно. Пошел верхнюю базу отменять, ему они сейчас будут разводить. Еще это надо проверить. О чем ты попросишь меня? У меня такие герои ватные, конечно, мне инволы нужны, что пипец. Можем попробовать херофокус сделать в начале следующего сражения. Да надо бы хоть разок удачно его сделать. Андед пытается восстановить базу тоже. Здание готово.
Ладно, попробую с эльфом посражаться. Не уверен, что справлюсь. Но должен вроде. Пришлось ульту потратить, чтобы отбиться. Как я люблю природу. Нужно больше лунных колодцев. Так, ну, нам надо вместе что подраться, я думаю. Да, я здесь готов. Блин, там Лала это же. Есть молоток. Димка. Ладно, Блейд даже. Наверное, Блейд. Давай, Блейд. Спасибо. Блин, МК. Нет. Да. Таверни ты имеешь в виду или? Так, очка закончилась. Таверную иду. Назад, 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 виндов. Дашь денег на воскрешение МК? Угу. Здесь справа база, но она... У нас мало времени. Как мне нанести удар? 850, еще 200 баксов нужно. У нас мало времени. Недостаточно золота. Недостаточно золота. Все. Скоро приду. Ну, сейчас база заканчивается, ХЗ. Я вот сюда вот иду, базы своей. Сейчас. Уже. Нам надо фокуснуть все-таки как-то героя. Да. Для этого просветочка нужна, наверное. Мана хорошая. Подожди, подожди, я без маны. Давай. Ты тут как бы. Я могу ТП-шнуть, но у тебя тут эти медведи идут. Ладно, давай, погнали. В чем ты попросишь меня? Слышь, не видел меня в мою. Мне неведом страх. Сверху это. Да. Чем бы заняться? Экспанд. Мое сердце жаждет. Сверху экспанд. Это правда. Да. Команды кого вкусить? Он нага слева. Чем бы заняться? О чем ты попросишь меня? Слышь, не видел меня в мою. Мне неведом страх. Дима, наверное, в первую очередь сейчас пойдет. Бага, мага не подставляй. Диму готов. Диму делаю. Диму делаю. Дима, 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 Дима. Да, фокус в 7. Что-то успел. Хорошо. Минус вся бомба, молодец. Сюда база идет у меня медленно, наверное. Я туда отправлю. Железно. Расступись. А ну, дура. Регенимся, стоим, да? Да, 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 мы не торопимся. Надо мерку посмотреть. Золота у меня нет. Блин. Выступаю немедленно. Левый нижний экспанд. Вижу. Кто еще не видел меня в бою? Я не сплю. Как мне нанести удар? Блин, блейда убьем, и будет все ок. Там просветочка есть? Просветочки нет. Давай ловить его здесь на телепорт. Давай. Гоу. Да. Левый, справа.
Выступаю немедленно. Вниз? Да, вниз. Мое сердце жаждет битвы. Да, да, да. Ну. Просвет, нет. Дима, нет, не Дима, Дима. Дракона убили хорошо, сейчас будет много левелапов. А ну правда ни хрена нет. Мое сердце жаждет битвы. Пошли на нижний экспансион последний. Да. Кто еще не видел меня в бою? Не, телепорта нет. Если ко мне придут на экспан, будет не очень хорошо. Нет смысла здесь оставаться. Давай, оставь волков просто и все. И назад иди. Я пошел назад. У меня маны нет, я не хочу. Нет смысла. Надо защищать вот эту вот мою базу, на нее сейчас пойдут. И восстанавливать ману, чтобы можно было сражаться. Потому что драконы порезали, это хорошо. Мне инвулы нужны. Сейчас вот тут. Я на базу бегу. Танго есть. Я поушен большой куплю. Да, на базе у меня. Секс будет, ну отдаем. Чем? Отдаем. Да. Кто еще не видел меня в бою? Отдаем, но ставить не даем. Блин, когда там Димка 6 будет, вообще весело будет. Желательно дождаться отката ульты. Еще 30 секунд. Ну, у них блейд, конечно, это. Угу. Печальная история. У нас мало времени. Кто еще не видел меня в бою? Мне не верят, страх. Не буди во мне жмей. Железно. Нужен второй став. Чем бы заняться? Слушаю тебя. Ни раз ставом не пользовался в этой игре. Но млок выключен. Выступаю немедленно. Ну что, ульта откатывается, идем вот на эту базу. Можно даже чуть пораньше, чтобы нам вот это вот не... А, ну да, и Т2 у тебя нет. Ну все, у меня ничего нет. У меня 4 голды и все. Я могу выкопать и с деревьями пойти. Только Херакил нас тут спасает нормально. Я могу иллюзии сделать миллион. На кого вопрос? На медведя, наверное. Мое сердце жаждет битвы. Кто еще не видел меня в бою? Раступись! Ульта почти готова. О! Чем бы заняться? Кто еще не видел меня в бою? Они внизу. Железно. Ульта считай готова. Здесь базу. Меняем. Меняем, да. Мое сердце жаждет битвы. Бля, там дожирает экспант. Мку сразу вниз. Железно. Мне неведом. Да, они, мне кажется, не будут сражаться здесь. Выступаю немедленно. Кто еще не видел меня в бою? Не, будут. Я готов. Железно. Говори быстрее. Там шестой, Дима. Инициируем. За Космодан. Клэп. Дима, Дима, Дима. А, понял. Он блейд. Да, давай. Сзади, видишь? Вижу. Маны нет. Да. Да. ГГ. Я очень плохо сыграл, и я волновался. Что говоришь? У меня две базы еще рабочие. Выжили хоть как-то. За как? Говори, что ты телепортируешься, я ни хрена не слышу. Твоя интонация... Сказал, что ТП. Пропал ты на этот момент. Раступись! Выступаю немедленно. Дай 150 голды, пожалуйста. Еще не поздно. Выбирай,
Железно. И на паладина воскрешение 5-го 300 баксов, когда будет еще посвободнее. Спасибо. Все еще нормально, у меня имхом хороший. Кто еще не видел меня в бою? Да? У них вообще нет. В базе союзника нужна помощь. Чем бы заняться? Чем бы заняться? Кто еще не видел меня в бою? Нет, у них еще один экспан, 190 голды осталось. Выступаю немедленно. Отменяю строящуюся базу этому. Все, просто копим. Чем бы заняться? Да? Не ходи, только так опасно. Я понимаю, куда ходить. Кто еще не видел меня в бою? Да? Чем бы заняться? Базе союзника нужна помощь. Тебе, Джоница, к твоей армии только. Да, сейчас все будет. Окей. Да? Чем бы заняться? Дорогу. Так, у меня тут... Да. Опасненько, ничего. Чем бы заняться? Железно. Мне очень нужен даст и инвул. Кто еще не видел меня в бою? Выступаю немедленно. Раступись. Ты там не отдаешься? Выступаю немедленно. Даюсь. Дорогу. Раступись. Все, экспандов нет. Сейчас раступись. Последний ему отменю. 150, дай голды. Железно. Тебя прислал. Отлично. Да? Выступаю немедленно. Даст, купи. Дорогу! Железно. Чем бы заняться? Да? Чем бы заняться? Мое сердце жаждет битвы, Эру. Будет исполнено. Кто еще не видел меня в бою? О чем ты попросишь меня? Выступаю немедленно. Да? Кто еще не видел меня в бою? Я паладин к тебе. Валю? Не, я мастопе. Все, хорошо. Мое сердце жаждет битвы. Кто еще не видел меня в бою? Подразведем. Чем бы занять? Мое сердце жаждет битвы. Да? Кто еще не видел меня в бою? Кто под горой правит? Да. Мне неведом страх. Чем бы заняться? О чем ты попросишь меня? Получи, используй на лечение. Да. Ждем Кузмоданта, восполняем фул ману. Покупаем все досты, которые можем. Видел меня в бою. Да. Чем бы заняться? Да. Никуда не суемся, сейчас отменю пару экспов. Из мастопа ты имеешь в виду? Я могу персоналка тоже джойниться к тебе. Не, не надо. А, наверху эльф стоит рядом со своей базой, ждет. Здесь этот. Окей, телепортируйся уже. Да, пошли наверх потихонечку. Железно. Раступись. Сейчас за инволом сбегаю, это важно. Кто еще не видел меня в бою? Да? Дорогу! Да? Слушай, а может ты тогда волка сюда, через массовый телепорт к эльфу, а я к тебе... и туда их шлю сразу. Окей, хорошо, понял. То есть можем выбрать место, я туда имку подгоню. Ну, я тебе говорю, иди кверху. А я... Кто еще не видел меня в бою? Окей. Железно. Там сориентируемся. Да? Тут сидит. Там у него просто нету, куда телепортироваться, так что пошли наверх. Угу. Ну да, он сейчас делает как раз. Да, вон наверху. Можешь гулей телепортироваться, можем Димку забрать. Готов? Железно. Чем бы заняться? Дорогу. Давай ты сзади. Не-не-не, я здесь. Чем бы заняться? Блин, стафы, конечно. Да. Мне неведом. Ах вы. Спан убивать. О чем ты попросишь меня? Кто еще не видел меня в бою? О чем ты попросишь меня? Я уже успел всю ману от... Выступаю немедленно. Мне не ведом. Кто еще не видел меня в бою? Дорогу! Чем бы заняться? Да?
Слушаю тебя. Как ты еще не видел меня в бою? Гарк. Там сверху. Блин. Да-да-да. Сейчас подлечу форсиры. К мануэлам направо отступаем. Железно. О чем ты попросишь меня? Я допальшусь на экспанд. Давай. Я пока восполняю. Железно. Мое сердце жаждет битвы. Да. Будет исполнено. Чем бы заняться? Слушаю тебя. Да. Выступаю немедленно. Он не убил, к сожалению. И архимаг потерял боли. Блин. Не видел меня в бою. Гэ. Прости, я очень плохо сыграл. Очень плохо. Хуже всех здесь. Нормально, нормально. Сейчас ты разыгрался как раз. Так, ГГД восклицательный знак я создаю. Блин, ну, конечно, игра просто капец. И герой хороший, и у Лолайт хороший, и у меня хороший, и у эльф хороший. Сейчас чуть-чуть повнимательнее, вообще изи будет. Угу. Ух, Б5 что ли? Б3 что ли? Без ТП? Да-да-да, там отдача была без ТП. Капец, вообще... Хожу к эльфу и убиваю его героя, подрезаю калитов. Ничего, ничего. Были, конечно, классные битвы, особенно, помнишь, они два раза ко мне приходили, мы два раза встречали их. Классно так, они на отступлении, бах-бах. Да, но тут стафы очень сильно зарешали. У меня, блин, этот хоткей на стафы не работает, долбанный. Я не понимаю, почему. Mm-hmm. Да, Лёша тише иногда говорит. Я его выкручиваю. Сейчас я выкручу. Просто не меняй позицию сейчас. И у тебя почему-то срезает Discord звук иногда. То есть, видимо, там какой-то noise gate есть. И... Наверное, да. Там эльфа не был. Ну, я имею в виду товарища Андеда, у которого Нага и Дима. Чего вы цепляетесь, блин? Ну, мы тут потеем, а там ребята ржут. Понимаешь? Как сделать, блин, так, чтобы... Если что, чтобы как? Чтобы хоткеи мои работали. И... Инвентарские. Если... Нумпад надо нажать, нет? В Warcraft Champion запустить? Так вот, он запущен, у меня стоит хоткей. Но он не работает. Кейси, у меня нет карты Кейси. Кейси? Вот, может, Эфси? Я перезапущу на всякий случай. Да, блин, почему фокус убирается? КД, ТФ, ДСИ, ТС, ФИСИ. Какой Кейси? Ну, а что там за Кейси? Не знаю. А, Келдрасил. КД, видимо. КД, КК. Вообще забаговалось все. ГГ, что там? Один восклицательный знак? Два. Ну, сработало. Перефокусите медузу. Да там стафы долбанные. Опять же, куда болт летит, то и фокусим. Мы много фокусили, местами хорошо фокусили. Ну, пару раз до ста не хватило, пару раз став на последних. Погнали. Давай. Михаил, ну Хан Соло, какой вжух, что ты несешься? На игре сконцентрировались, погнали. Третье решающее, влетать не хочется. Так, карта, кстати, очень похожа на предыдущую. Mm-hmm. По расположению респов. Альянс. Хуман. Два хумана. Что будем делать? Спант очевидно ставит, что делать.
Один или два? Нам нужно... Блин, мерки тут далеко, да? Я не знаю эту карту, если честно. Один. Дальше сразу в агрессию, да? Да. Окей. Посмотрим, что по герою. Так, если я экспанд ставлю, то ты разведываешь. Если ты ставишь, то я разведу. Ты ставь экспанд, я разведу. Я предпочту с экспом. Попроще страты денег. Да, мерки тут неудобные, конечно. Так можно было мерков закрепить и пойти застроить или типа того. Но надо четенько экспанд поставить, короче, и их похарать. Mm-hmm. Мясо все разменять. Ну, хорошая игра была, прям хорошая. Да, хорошая. Ставим его вместе. Так надежнее. Да? Чего? Сделано. Undead? А кто именно? Луна, понятно, давай второго. Тогда сразу на экспанд бежим. Да, ваше высочество. Недостаточно золота. Что указание? Ну, в смысле, к ним. Здесь экс не сильный. Можешь сразу бежать к ним, кстати. Хорошо. К ним на экспанд, скорее всего, да? Да. Ну, тут карта такая, что стопудово будет эксп. МК снова, отлично. У меня блэйд. Прекрасно. Ну, так, вот два хуманов, его лечить, к сожалению, особо нечем. Так, здесь не эльф, орк. Угу, хорошо, неплохо. Они пока не идут, так ставить, я не знаю, мне что делать. Ну, беги, смотри, что Undead делает. Инды вообще у него и крипинг. Хорошо. Тут тоже Блэйд Пол. Орка. Ну, ясно. Беру темку. Фаерлорд у этого. Финда убил. Назад ухожу. Да, ваше высочество. Нормально, я покрикался. Но я буду у Андеду пытаться не давать крепиться, видимо. Да. И ставить экспанс, соответственно. И на Т1, наверное, в дефенд, чтобы его поджать потом. Он хочет крепиться. Максимальный хэдхантеры, урон. Хэдхантеры, тихо, там сейчас, кажется, второй барак у Лолиты. По паре вышли эти. Короче, тут фейл полный. Надеюсь, не у тебя. У меня. Я экспанд не стал отменять, а там максимальный урон. И привет. Они меня давят? Да, вижу. Но они не знают, что у тебя экспанда нет. Да. Молоток будет через 5 секунд. Давай, Фаерлорда. Давай. Готов. Видел, как подставил? Но не помогло. Блэйда. Это понятно, но... Там экспа нет, да? Нет. Нет экспа, конечно. Контроль дашь, когда будет пауза. Пойду за регеном. Я думал, в тэмэна потерял. Много подрезал всего, очень много подрезал. Тогда подожди сейчас. Хил не юзай. Хорошо, иду к тебе. Серьезный. Давай пошли. Базу все равно ставить. Пошли вот сюда, мерков. Окей. Еще один хил сейчас возьму.
И зачку вон там снизу. Бахнем после мерков. Вот здесь? Угу. Я или ты? Давай ты. Я ближе. Ты. Кто еще не видел меня в бою? Да, ваш светлый. Хорошо. Чем бы заняться? Чем бы заняться? Там продается исцеление есть. Гидра какая там. Гидра. Нормально. О! Перефокусили, серьезно? Какие молодцы. Рабочие бегут. Нычку ставим внизу. Но я после этого два барака рифлы. Чем бы заняться? Раступись. Они тоже базу сейчас наверняка ставят. Понятно. Я почекаю. Улучшение завершено. Рифлы на этот раз с рейнджом. Хорошо. Опять за работу. А нам прям затягивать не особо надо. Дальше куда? Давай эту точку соберем по дороге. Давай. Опять за работу. Чего? Да, ваш свет. Опять за работу. Чего? А? Опять за работу. Да, ваш свет. Да? Улучшение завершено. Чем бы заняться? Кто еще не видел меня в бою? Что там? Почти не... Я возьму. Ну погнали вот сюда вот, видимо, в атаку. Или вот это вот закрепить магазин, чтобы не бегать просто так. Да, пойдем в магазин, нам надо это. А, у нас здесь люди. Бежит. Через магаз идем или что? Да, ну, чуть-чуть до третьего не хватает. Команду кого фокусить? У нас фаерлорд уязвимый. Ага, понятно, ко мне. Фига. Ладно. Я за ботинками. А, мне надо к себе, наверное. Да-да-да-да, я справлюсь. Они прочитали, кстати, что экспант у меня. Mm-hmm. Я отобьюсь от фаерлорда. Кто еще не видел меня в бою? Дело сделано. На нашу базу напали. Выступаю немедленно. Чем бы сделано? Так, у меня ТП делает чувак. Он так себе. Уверен, что у них экспант. Я побежал сразу на эксп к ним. Давай, я вроде чекаю, но... Чем бы заняться? Кто еще не видел меня в бою? Да? Дорогу! Железно! Уверен, что экспант есть. Нет экспанда у них. Раступись. Ну, я могу перехватить... Помогаю тебе, справа я обхожу. Давай. Подходи. Кого? Грантов потихонечку? Пофиг. Дорогу! Выступаю немедленно. Сейчас за ТП сбегаю, у тебя там сзади. Карнавал. Кто еще не видел меня в бою? Да, вижу. Мне чуть-чуть золота есть? Есть, конечно, я могу тебя поставлять. Кто еще не видел меня в бою? Чем бы заняться? К тебе, фаерлорд. А этот ко мне. Сейчас я... Я себя, ты себя. Да-да-да. О, нормально, если портировался. У меня, правда, контроля нет, нифига, ну ладно. Недостаточно золота. Опять заработал. Чем бы заняться? Так, а что делать? Мне же нужен магазин для того, чтобы... Да, я понял. Шел за телепортом. Да, ваш свет. Слушаюсь, милорд. К бою готов? Кто еще не видел меня в бою? Они в разводы играют пока. База могла быть у них в правом верхнем углу, если ты... А, да, вижу в разводы. Все, ладно, я отобьюсь. Базы нет. Отбивайся, у меня ТП. Давай разводы. Просто дефаемся. У тебя точка с бар, походу, кривая. Да. Ага. Да, опять ко мне идут. Я отбиваюсь. Демон Хантер у меня. Чем бы заняться?
Денег себе дать, чтобы не это самое отстроить. Да, давай, дерево, дерево, быстро дерево. Я не успел. Чем бы заняться? Кто еще не видел меня в бою? Дорогу! Дай мне цель! Еще дерево. Ну тут нормально, тут чистые разводы. Угу. Есть еще? Да, 30, ну такое. А давай 30 как раз. И еще... А, и золото. Угу. И все, как только дерево будет на пауэрбилд, дерево. Кто еще не видел меня в бою? Дорогу! Чем бы заняться? Я пока не отхожу далеко. Кто еще не видел меня в бою? Время пришло. Так, там мерки скоро появятся. Угу. Железно. Раступись. Там у андеда уже Т2. Да блин. Сейчас скоро дострою. Время пришло. Железно. Кто еще не видел меня в бою? Мой клинок жаждет крови. Так, чуть-чуть. Один в центре. Вот, блин. Всем чуть-чуть. Да. Я готов. Угу, все. Что указать? Чем мы должны действовать? И дерево еще 10. Блять, извините. У меня... ППшенцы и подраться. Экспа нет у них. Я пока пешком иду. Или пока сам дерись, да. Если что, я тэпнусь в помощь. Тебя. Я пойду отбивать. А ты... Хорошо. Отобьешься? Да. Думаю, да. Я надеюсь. Все, тебя я пока держу. Наверное, он ко мне побежит. Я не могу ментов вызвать в свежеотстроенном. Серьезно? Это сюрприз. У меня герой минус. Он просветил все-таки. Ну, я отбился-то хреново, но... Нет, может, и не отбился даже. Я могу тэпнуться, но хотя хз. Ясно, развели нас. Отбился. А денег дай здесь чуть-чуть. Прикинь, нельзя ментов вызвать. А дерево. О, Лолита много потерял. Ты, конечно, озадачиваешь меня своими запросами, блин, это... Не, все герои мертвы, база под ударом, и... Давай подеремся. Давай. Наемников, наверное, надо уже искать высокоуровневых. Золото. Что там, гидры есть? Угу, высокоуровневые. Золото есть? Да, сэр. Что прикажешь? Да, сэр. Нам нашу базу напали. Что прикажешь? А, ну ладно, забей, я себя отменяю. Я считай мертвый, один в один играем. Союзника атакуют. Хорошо. Куда стрелять? Наши войска атакованы. Да? Так, деремся. За твой экс. Зря там. Я без героев. Да, я отошел. Зря. Возвращаюсь, не торопись. Ты же можешь кайть. Ладно. Там я за рефлаза твоего поролся. Чем бы заняться? Железно. Кто еще не видел меня в бою? Дай мне
Выступаю немедленно. Базу нашего союзника атакуют. Кто еще не видел меня в бою? Опять за работу. Хорошо. Чем бы заняться? Ну что, вся надежда на тебя, Михаил. Угу, хорошо. Хорошо. Так, этот ко мне идет. Как мне с разводами справляться, правда, не совсем понятно, да? Я чекну экспанд. Да не, я тут не справлюсь еще. Если еще меня разводить будут. Хорошо, я... Давай, подхожу. Подеремся. Да, там экспанд. А, ГГ. Жалко. Да я на консоли, я мог играть во второй игре значительно лучше. Увы. Блин. Да нормально, Михаил. Да, хоть бой дали нормальный. Хорошо, Леш, спасибо тебе большое за компанию. Если хочешь, покомментим дальше. Вот, если честно, у меня, как обычно, нет вообще желания дальше турнир смотреть. Я бы с удовольствием послал это все